Вопрос, второй вопрос. Сирии. Через неделю мы, бизнес-лах, собираемся поехать в Сирию, то есть в Турцию на границе Сирии. Там есть городок для беженцев. Они на самом деле, те, приехали братья, которые там были, в бедственном положении. Ой, альхамдулилля, мы доехали до Стамбула. Сегодня мы договорились с фондом, были в офисе фонда Ансар, что вместе закупим медикаменты и вместе загрузим шалые грузовики. И завтра поедем на границу, где есть беженцы, вместе будем раздавать. Братья и сестры, мы сегодня находимся на складе Джамия на фонде Ансар. Здесь есть у нас мука. Муку заказали мы 5 тонн. Еще, по-моему, 9 тонн тут заказать, потому что проблема с мукой и хлебом там говорят. Объясняю. У нас 5 тонн макарон, буквально 5 тонн, потому что макарон тоже много едят. Здесь есть у нас как варенье, у меня тут дукус, тоже они, чтобы с хлебом могли кушать. Тонна здесь варенье. 3 тонны томата мы заказали, вот здесь коробка 3 тонны. الحمد لله. Чем накормить наших братьев-мусульман, мы почистим стол, где место, где они будут кушать, ничего.
Есть очень много грязи, накопилось, потому что не было ни трактора, ни веников, ничего. Это все так случайно получилось. Иншалла мы почистим, потом завтра будем раздавать все, что нужно. Продукты там, медикаменты. Но здесь очень большая грязь. Организуем здесь мечеть, иншалла, при помощи Аллаха. Поклоняюсь Аллаху. Чисто мечеть. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم дорогие братья и сестры. Мы как раз уже аэропорт в Турции, в Стамбуле, закончили свою миссию, альхамдулилля. Очень большую благодарность всем тем, кто участвовал в этом проекте.
поехали, и все, что мы хотели, альхамдулиллах, сделали, даже больше. Даже больше не планировали, организовали 2-3 школы для детей, которые живут в балаточных городках. Альхамдулиллах, организовали 2-3 мечети балаточные, которые не было вообще в этом городке. Организовали помощь медицинский, даже на операцию тоже помогли. Человек, который попал под бомбежку. Альхамдулиллах, продукты тоже раздали, памперсы, детское питание тоже раздали. Очень люди были благодарны, у них целый праздник там был. И все, альхамдулиллах, мы запустили на видео, все остальные увидят. В дальнейшем тоже этот палаточный городок будет получать от нас помощь, они будут ждать следующей помощи, потому что там очень много нуждающихся. Каждый день прибывает новая и новая семья, многие из них нуждаются в палатках. Просят палатки, матрасы. Иншаллах, мы в следующем мае приедем опять и будем дальше помогать, поддерживать. Мы уже зарегистрировали фонд Ансар официально. Будем официально в следующий фонд помогать. И прошу братьев, чтобы то, что они начали хорошие дела, чтобы не заканчивали, в дальнейшем тоже продолжали поддерживать. И вместе, иншаллах, с помощью Аллаха будем поддерживать своих братьев и сестер по всему миру. Альхамдулиллах, Раббиль алямин, ассаляму алейкум ва рахматуллах.